принадлежат одному из николаевцев по фамилии Резун. Сервер был установлен непосредственно на улице Московской. У нас есть четкий адрес. Эти люди имеют отношение к депутату областного совета Матейчуку, блока Юлии Тимошенко. Воспользовались этой технологией, которая позволяла вписать в эту технологию даже наш номер телефона приемной партии регионов, потому что люди звонили на наш номер телефона, так как на определителе, а в Николаевце сегодня много телефонов с определителем, высвечивался номер телефона, звонивший с нашей приемной. Это был записанный мужской голос, который одну и ту же прокручивал пленку при соединении с абонентом. Ну, такого беспредела практически еще никогда не было. Мы по своей линии отработали, есть решение суда, занимается правоохранительные органы, службы безопасности Украины, потому что это, по сути дела, впервые была сделана технология, которая ставит под угрозу безопасность самого государства. Потому что на всенародные голосования, на избрание президента, значит, впервые была применена такая технология. Это дело уже дальше СБУ и полиции разобраться, как мы говорим, кто и каким образом задействован. Такой же самый сервер был открыт в Одессе. Его тоже засекли и раскрыли. В Одесской области. Ну, я думаю, что будет дана еще должная оценка к этому, скажем, этому случаю, этой технологии, но это то, что мы имеем на сегодняшний день. Мы исходим из следующего, что, как говорит Конституция, единым жерелом влады в Украине є народ. От як народ проголосує, так оно і буде. І самі ітоги голосування, вони наглядно покажуть, ну, нужны здесь суди. Не нужны здесь суди. Эти технологии, которые принимают, это уже предельно понятно, что только перепуганные и люди, упавшие в истерику, могут принимать такие вещи. Я думаю, что все дальше будет, как мы говорим, делаться, наверное, очень быстро, потому что в нашем государстве, когда уже законы Конституции не работают, нужно как можно быстрее наводить порядок. Должен порядок в соответствии с законом. Поэтому я думаю, каких-либо больших затяжек во времени после этих выборов по смене власти не будет.